Я Павловский Василий Константинович, заместитель директора по био- и агротехнологиям. Павловский Василий Константинович закончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности агрономия. В 2009-м закончил с отличием Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное управление национальной экономикой. Последние 10 лет был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. После отставки через знакомого узнал, что в Минске начало работать закрытое акционерное общество «Струнные технологии». По интернету изучил направление деятельности данной компании, и меня заинтересовало, что появились новые технологии в развитии струнных дорог и экологических систем. В настоящее время компания работает над созданием технопарка с демонстрацией и предложениями по развитию технологий струнных дорог и благоустройству территории. На полигоне будет видно, что при строительстве струнных дорог сохраняется естественное природное разнообразие, не нарушается экологическая система. Для примера, стоимость одного метра квадратного прокладки асфальтобетонной дороги стоит $1500, а восстановить один метр квадратный плодородной городской почвы стоит $30. То есть ниже в 50 раз. Что сегодня выгодно? Построить асфальтобетонную дорогу или восстановить плодородную почву? Земельный участок, технопарк мы планируем огородить, провести мелиоративные работы, на более плодородной его части посадить сад, заложить аллеи из разнообразных видов деревьев, озеленить и благоустроить, сделать зоны отдыха для жителей поселка и туристов. К участию закладки сада и посадки аллей мы хотим привлечь наших инвесторов и объявить акцию «Посади дерево». Этим мы продемонстрируем, что струнные дороги – это экологически чистые, безопасные, нужны как нынешнему, так и будущим поколениям.